С мая по сентябрь 2013 года через всю Россию, от южных ее границ до самых северных, прошла квадроэстафета. Идея этого проекта состояла в том, чтобы связать города нашей страны внедорожными маршрутами. Каждый участок проходила отдельная команда квадроциклистов, передавая эстафету от клуба к клубу, от города к городу. Пробег начался на юге, на побережье Черного моря и завершился на побережье Баренцева моря, в самой северной точке европейской части России, на полуострове Рыбачий. За 5 месяцев общими усилиями 400 квадроциклистов из 30 городов нашей страны и ближнего зарубежья было пройдено 16 тысяч километров, что позволяет считать квадроэстафету одним из самых масштабных туристических проектов года. К этому моменту команда преодолела около четверти намеченного пути. Внедорожный трек уже насчитывает больше 3000 километров. Позади Краснодар, Лазаревская, Лабинск, Пятигорск, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Волгоград и Саратов. Старт 7-го этапа квадроэстафеты состоялся в Самаре. Наш курс – северо-восток. Ближайшая цель – город Уфа. Первая половина маршрута хорошо знакома самарским квадроциклистам, и команда не тратит времени на ориентирование. 20 квадроциклов без лишних остановок поглощают километры один за другим. Встречающиеся на пути небольшие овраги и мелкие речушки не являются препятствием для нашей техники. Довольно многочисленная команда работает дружно и слаженно. Одним из самых ярких впечатлений маршрута, связавшего Самару и Уфу, было посещение поселка Алакаевка в 40 километрах от Самары. Здесь находится небольшое имение, принадлежавшее семье Ульяновых. Мемориальная табличка указывает, что Ленин жил здесь на протяжении 5 лет. Мать Ленина, Мария Александровна, приобрела это имение в 1889 году. В управление 19-летнему Володе Ульянову попали 45 гектар земли и молочная ферма в 14 коров. Кто знает, если бы Владимир Ильич тогда увлекся сельским хозяйством, на чем настаивала его матушка, очень может быть, что история России развивалась бы совсем по другому сценарию. Еще одна достопримечательность Алакаевки – святой источник. Считается, что купание в нем приносит счастье, наделяет здоровьем и благополучием. Источник известен еще с 18 века, но после революции стоявшая рядом часовня была разрушена, а сам источник заброшен. Только совсем недавно он был приведен в порядок силами местных жителей. И даже был построен домик с купелью, в которую можно окунуться в любое время года. Мы не упустили случая перед дальней дорогой зарядиться купанием в чистой и бодрящей воде. Как ощущения после купания? Ресурс восстановлен. То есть святой водой, свежие силы прибыли. Можно мочить до самой Уфы. Двигаясь по бескрайним степям, квадроциклы поднимают огромное количество пыли, которое буквально забивает радиаторы, препятствуя нормальному охлаждению двигателей. Единственное действенное средство – промывка радиаторов при помощи небольшого насосика со шлангом, который питается от бортовой электросети мотовездехода. К сожалению, полностью избавиться от налипшей пыли невозможно, и нам приходится все чаще делать промывочные остановки. Постепенно команда приближается к намеченной цели. Мы замечаем, как меняется ландшафт. Почти что плоские поверхности, изредка пересекаемые оврагами и небольшими речками, превращаются в холмы и возвышенности, с которых открываются роскошные виды. Иногда нам на глаза попадаются нефтекачалки. Это означает, что команда въехала в Башкортостан. Наш проводник Алексей Третьяков проложил маршрут таким образом, что по пути мы собираем множество туристических достопримечательностей Башкирии, среди которых водопад Шарлама,
название которого так и переводится как «водопад» или «поток». Высота падения воды 12 метров. При желании тут можно прекрасно освежиться, приняв холодный душ. Команда делает остановку на высоком обрывистом берегу озера Асылыкуль. Это самое большое озеро Башкирии. Его площадь 24 квадратных километра. Глубина при этом небольшая, максимум 8 метров, но вода очень чистая и прозрачная. Здесь можно увидеть диких гусей, уток, чаек и ласточек. По некоторым данным, когда-то на озере Асылыкуль даже гнездились пеликаны. Несмотря на соленость, в озере предостаточно рыбы. Здесь ловятся плотва, линь, карась, окунь, налим и щука. В районе поселка Янги-Турмуш бьет хорошо обустроенный родник. Причем родник непростой, это памятник природы, сульфатно-кальциевый минеральный источник Алга. Команда пополнила запасы чистой и очень вкусной воды. Мы продолжаем знакомиться с достопримечательностями Башкирии. Проехав 150 километров от Уфы в сторону Магнитогорска, квадроциклисты оказались в Красноусольске. Эта местность знаменита своими целебными источниками. И вот здесь в Крещение происходит купание. Причем, приезжают купаться не только православные, но и мусульмане практически все. То есть республика такая многоконфессиональная. Поэтому и татары, и башкиры, и мордва, и чуваши все здесь купаются. И русские тоже. Сотни людей со всей России приезжают сюда, чтобы поправить здоровье, купаясь в сероводородных и хлоридно-натриевых водах и лечебных грязях. Ты полезная грязь, а? Да! И вонючая! Вода в источниках очень холодная, но желающих окунуться это не останавливает. Мы тоже не стали отказывать себе в удовольствии пополнить запас здоровья купанием в целебных водах Усолки. Ну и скажи, как оно? Классно, супер. Холодно и во рту солено. Наконец, команда добралась до Уральских хребтов. Мы выбрали путь через перевалы по Белорецкой дороге, через поселки Верхний Авзян и Кага. Этот маршрут – сущий кошмар для тех, кто отправляется по нему на автомобиле. Зато для квадроцикла каменистая ухабистая грунтовка – самое то, что надо. По пути мы заезжаем к скале Калим-Ускан. Это местный памятник природы. В скале над рекой на высоте примерно 6 метров виден вход в пещеру Салавата-Юлаева. Примечательно, что сам национальный герой башкирского народа в этой пещере никогда не был. А свое название она получила после того, как в 1940 году известный советский режиссер Яков Протазанов выбрал это место для съемок исторического фильма «Салават-Юлаев». С тех пор пещера стала популярным туристическим объектом. Прямо-таки кусочек советского Голливуда. В поселке Улянды, неподалеку от Магнитогорска, квадроэстафета попала в настоящий парк юрского периода. Жаль, что на этот раз в составе команды были только взрослые дядьки. Хотя прогулки по этому музею под открытым небом впечатляют всех, независимо от возраста. Особенно интересно, что фигуры древних животных не только выполнены в натуральных размерах, но еще способны двигаться и даже издавать звуки. Уральские горы со всех точек зрения уникальный природный объект. Эта горная цепь – одна из самых длинных на планете. Она протянулась на 2500 километров вдоль 60-го меридиана и представляет естественную границу между двумя частями света. Для таких, как мы, любителей внедорожных путешествий, Урал – это огромный регион с нескончаемыми запасами увлекательных маршрутов, фантастических красот и овеянных древними легендами достопримечательностей. Тот, кто хотя бы раз побывал в этих краях, будет приезжать сюда снова и снова, открывая для себя все новые районы – от Южного Урала до Полярного. Впервые мы оказались в горах Южного Урала на квадроциклах в 2009 году и были потрясены красотой природы, величием гор и обилием рек. Дождливая осенняя погода тогда нисколько не испортила наших впечатлений.
путешествие по Зюраткульскому заповеднику запомнилось огромным количеством бродов. Несмотря на значительную глубину, преодоление водных преград не вызывало большой сложности, ввиду того, что колеса наших квадроциклов отлично цеплялись за каменистое дно. Несколько сложнее было двигаться по лесовозным дорогам с глубокими скользкими колеями. В действительности преодоление различных трудностей – это обязательный элемент всех квадроциклетных путешествий. Легкая мототехника справляется с бездорожьем намного проще, чем даже хорошо подготовленный автомобиль. Тогда же состоялось и наше первое знакомство с курумником. Жители Урала называют этим словом каменные россыпи на склонах гор. Вот курумник как раз и является самым трудным препятствием не только для любого вида техники, но даже для пешеходов. Следующий приезд на Урал был уже серьезной запланированной экспедицией, в программе которой было посещение целого ряда достопримечательностей. Мы побывали на перевале Дятлова, известном своей трагической историей, загадка которой не разгадана до сих пор. И хотя об этом месте написано немало книг и снято множество фильмов и телепередач, нам было интересно посмотреть на все это своими глазами. А посмотреть здесь есть на что. Есть объекты, которые не могут оставить равнодушным даже бывалого путешественника. К таким местам можно отнести столбы выветривания на плато Маньпупунёр, что в переводе с языка манси означает «малая гора идолов». Всего этих столбов 7. 6 выстроились на ровном плато в ряд, а один стоит чуть в стороне. Их высота от 30 до 42 метров. Все они имеют причудливые очертания. Находясь здесь, очень трудно поверить, что все эти загадочные фигуры всего лишь результат выветривания. И тем не менее это так. Столбы образовались за миллионы лет в результате разрушения горных пород. Красота этого места сохранилась благодаря труднодоступности и отдаленности от населенных пунктов и дорог. И таких удивительных мест на Урале огромное количество. Возможно, именно под впечатлением от увиденного и возникла идея квадроэстафеты.